что мы вас очень уважаем, мы знаем ваших предков, мы знаем ваших родителей, ваших старших, но вот то, что вы сейчас говорите, это невозможно. Я сказал, что мне очень приятно то, что вы сказали о моих старших. Поверьте мне, я не самый лучший среди них, но я вам даю слово, что все будет, как я сказал. Эти люди оказались в беде. И в этой ситуации нужно было сделать все возможное, чтобы они не остались наедине со своим горем и не потеряли веру в то, что они еще нужны своему государству. Да и мог ли он, президент республики, представитель древнего на Кавказе рода и потомок героических предков, оставивших свои славные имена в истории ингушского народа и российского государства, мог ли он найти другой ответ для старейшин из Горной Ингушетии?